дождь гасит свет, забывает про покой, и голос в темноте зовет, словно живой. Привидос Амигос продолжается, Heavy Rain, вернее, даже уже, наверное, заканчивается. Я думаю, что конец уже не за горами. И сейчас мы на машине проститутки, это шлюхмобиль, хотя больше похоже на тачку супергероя, тут системник он внутри. Я думаю, что вот на те тумблеры под приборной панелью пускаются ракеты такие в виде дильда каких-нибудь резиновых. Ну, очень странная тачка, на мой взгляд. Так, сейчас мы возьмем на понт забор, походу. Причем тачка видно, что древняя, но походу коробка-автомат. А, и между кадрами еще тачка перекрасила. Ну, я же говорю, машина супергероя меняет цвет на ходу. Мне казалось, она была белая, а теперь она какая-то зеленая. Сходу ваншотнули какого-то чувака из Black Waters, видимо. Надо счетчик фрагов вешать, Аниськин злой, походу. Смотри, что сейчас будет. Сейчас, блядь, еще, наверное, человек 10, блядь, захуярит. Хедшот! Первый есть. Опа-на! Второй, блядь! Аниськин, походу, волхачит. Этот решил спрятаться не с той стороны пианино, придурок, и стал третьим на нашем счету. Четвертый сделал фантастическую сальтуху с балкона. Пятый отъехал. Шестой... Интересно, сколько у меня патронов в этом пистолете? Седьмой, восьмой, блядь, дружненько слились. Рачье пытается обойти с фланга. Девятый, десятый, блядь. Они, смотрите, как листья осенние сыпятся. Где он такую охрану нашел? Одиннадцатый вышел в окно покурить. Этот тоже с волхаком, но, блядь, слишком тупой. Тринадцатый. Все, чертова дюжина. Можно новую охрану забыть. Слушай, уже, блядь, роту солдат завалил. А этот что такой тупой? Выбежал и смотрит, блядь. 14-й. 15-й. Зачем они бегут? Почему они не стреляют из-за поворота? Тупые животные. Это уже или 16-й, или 17-й, блядь. Это 18-й, 19-й. Ну что, одного не хватает до 20-ки. А вот и он. Дэвил Кэррадайн. Ну что, сука, будешь еще с Невским сниматься, блядь, дерьмовых фильмов, старый урод, правильно? Прошу. О, сейчас я тебя, походу, нахлобучу, ты как раз в позу встал, нет? Зачем главный герой его душит? Ведь это Дэвид Кэррадайн, ему очень нравилось, когда его душат. Это твой придурок, сын убивал детей. Черный юмор, на тех, кто в теме. Нет, он не виновен, он не убийца. Да, убийца. А чё ж меня, блядь, на дно-то нахуй в машине скинули, если он не убийца, ёпта. Не пиздишь, блядь. Из пистолета с девятью патронами я только что 20 человек убил, блядь. Ты думаешь, что, я тебя не убью? Не бей меня. Мне кажется, сейчас будет такой момент, когда главный герой Аниськин наставит на него пистолет, и у него кончатся патроны. Мне кажется, что сейчас что-то такое должно быть, потому что, блин, не может быть, что просто так я эту кучу народу перебил. Продолжаем душить Дэвида Кэррадайна аутоэротической асфиксией. Я все тебе скажу. Блять, ты расскажешь мне все, пидор, расскажешь. Расскажу. Расскажешь, пидор, расскажешь, блять. Гордый ищет развлечений, понимаешь? Да, и трахает мальчиков, это я сразу понял. Подражать мастеру оригами. Хотел косплеить мастера оригами? Блять, отличная идея. Парня. Слишком долго продержал его под водой. Несчастный случай. Несчастный случай, конечно. Блять, он ебанутый у тебя, сынок, блять, отбитый нахуй. Горди, что, ему мало шлюха кокаина, что ли? Он еще хочет, блять, в убийцу играть? Да, так плакал. В церковь пошел, наверное, да, сразу? Горди мой сын. Да, гомункул ебаный, блядь. Горди твой. Кому он нужен? Что? Чё в натуре? Да тот убитый мальчик. Ебать! Кому он нужен? Уличный. Вот нахуй он рот открыл, блядь. Аниськин уже уходил, блядь. Этот взял рот, открыл, блядь. Собачь. Кому он нужен, типа? Ну, дурак, блядь. Мог бы жить, но теперь придется тебя ебануть, походу. А как же Джон Шепард? Зачем носить цветы на могиле? Да, кстати.
Мне принадлежала стройплощадка. И что дальше? Стройплощадка принадлежала. Не могу забыть. То есть, блядь, когда твой сын убил мальчика, это похуй, кому он нужен. А когда кто-то там на площадке случайно погиб, это, блядь, трагедия, надо цветы 20 лет носить. Ученый был близнец. Что с ним стало? Не знаю. Вроде бы отдали другой семье. Его мать, наверное, знает. Ее зовут Анна Шепард. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Вот так эта песня поется, чувак, иди нахер. Ну ладно, короче, не будьте мешать. У тебя, походу, сейчас кайфуха самая начинается. Слушай, чувак, блядь, а череп вот этого саблезубого чудовища золотой у тебя или нет? Интересно, блядь, какой кабинет у тебя? А что у тебя телевизор такой стрёмный, что ты не мог побольше купить? Ты же миллионер. А вообще, мне нравится твой кабинет, картины такие, блядь, интересные. Вон, тёлка с крестьянкой какая-то. Вот шторы говно, блядь, у меня в ванне такие висят. Что-то у тебя, блядь, не очень. Кресло вот это тоже беспонтовое, нахер оно у тебя стоит? Оно у тебя не напротив телевизора, что ты в нем делаешь, медитируешь? Какие-то, блядь, кони скачут. Не, вообще, блин, конечно, красным деревом обшито, типа, по-богатому, но мне не нравится говно какое-то. А вот там сверху тебе, в левом, в углу, вон там сверху у потолка тебе таджики, блядь, этот плинтус потолочный криво приклеили. Я бы их нахуй расстрелял. Ну ладно, короче, давай. Давай, короче, до встречи, я пошел. Таблетки тебе, блядь. Уголь нахуй активированный, только если понял, блядь. Сын твоего... Шелби. Шелби. Тот, который Форд Мустанг сделал. Я это, знаешь что, короче, сын твоего, походу, блядь, убить нельзя, но, бля, папашку. Без папашки сын и сам загнется, я думаю, пидорочек. Хули, народит пизда уродов, блядь, и начинается тут. Дети пропадают. Ай, заебали эти крупные планы. Гериатрикс Ворд. Вард, чуть написано было. Гериатрикс Ворд. Джериатрикс. Сука, прикольный у него мотик все-таки вообще. А, вот здесь нормально. Emergency reception, ё-моё. Какой вяло крутящийся вентилятор. Состарившийся Карлсон. Шепард. Здравствуйте, могу я видеть? У вас тут Шепард? Есть какие-нибудь шепарды? Распишитесь, пожалуйста. Че, ей похуй, кто я, да ей. Могу я увидеть? Можете, идите. Вы, наверное, родственница. Да, наверное, блядь. Да, что-то вроде того. О, она так рада будет. Кстати, кто-то сказал, что... К ней же никто не приходит. У этой тёлки на куртке самурая, типа, оригами, это типа японская херня тоже. Понимаете? Мне будет приятно, блядь. Я чё, я, блин, массаж делать пришёл, чё ей будет приятно-то? И пришёл задавать неудобные вопросы. Эти чё, кто это тут сидит? Типа, посетители какие-то вялые. Фрути Физ. Интересные автоматы у них светящиеся. Мне вот это вот план эвакуации член напоминает на стене. Вам не кажется, что вон головочка как раз красная? Этот канал этой уретры, блять, или как он там называется? Схематично так изобразили. File door keep. Keep closed. Сука, я проебал. Какой она сказала кабинет? Какая комната? Я ищу комнату номер 19. А, кай. 19, я понял. Ай, блядь. О, гвозди... О, эти. Ну, эти. Хуй знает, что это за уродские цветы, блядь, такие белые. Никогда таких не видел, хуйня какая-то. Блядь, подожди, а что это? На них можно посмотреть, но нельзя забрать? Может, к бабусе надо с цветами прийти? Ей будет приятно. Не, на них только смотреть можно. Ну и зачем? Нихуя не понимаю. А, нет. А, вон бабка-то сидит, наверное. Хотя нет, 19-я комната нужна. Причем тут? Причем? Ай, как она жопой виляет. Мне нравится ее манера ходьбы, блин. Же бабка что там хоть увидела-то? Бабуся. Слушай, какая маленькая больница вообще, микро... А, здесь вон веселый уголок. Две кофеварки, микруха. И время
10 минут 10. Мне кажется, что в это время посещения уже в больнице как бы закрыты. Потому что, ну, днем надо ходить. Причем главной героине, когда на мотике сюда приехала, было светло, а сейчас за окном уже ночь такая, что пиздец. Миссис Шепард? Что, пора принимать лекарства? Ректально. Нет, миссис Шепард, я... Вечно забывают про лекарства. И о чем они думают? В другой больнице всегда давали вовремя. А здесь... А здесь в окно снова светит солнце, кстати. Поговорим о вашем сыне, миссис Шепард. А там ночь была, где бабка сидела. О сыне? У меня нет сына. Она решила отречься от своих детей. Чё у неё там розеток столько вокруг разноцветных, интересно? Разные эти подключать, видимо, приборы. Вы помните Джона? Мой Джонни. Раз, два, три, шесть, семь, восемь. Десять всяких херовин можно подключить. Но единственное, что подключено, подключено не в розетку, а куда-то, блядь. О, подожди, дайте я встану. Другой ваш сын, миссис Шепард. Встану в позу для допроса. Джона. Как его звали? Как раз ракурс правильный на жопу. У меня нет другого сына. У меня не было детей. Уже детей не было. Вот, кстати, вот эта вот болезнь, которая у нее, вот это вот Альцгеймер, это то, что чем болела жена главного героя из Firewatch, от которой он съебался. Вот она такая же, ничего не узнала, и ничего не узнает, ничего не помнит. Вы помните фамилию приемных родителей? Я бы такой тоже сдриснул, конечно. Я просила их принести телевизор. Они сказали, у меня нет на это денег. Жалко. Я люблю смотреть телевизор. Не? А это, блядь, на стене что висит? Наверное, какая-то микроволновка. А я, наверное, в глаза ебусь. Ну и чё, как её, блядь, допрашивать, если она нахуй нихуя не понимает? Да я, блядь, розетку выключу в пизду. А, это не выключение, это присесть. Манда какая. О, оригами. Смотри-ка. И чё это такое? Да ёб твою мать. Журавлик какой-то, птичка. Надо, наверное, слепить то, что на обложке игры, а на обложке игры какая-то птица. А, лягуха. Лягуху, да, лягуха это известная оригами, кстати. Она легко делается. Слепить бабусе жабу такую же, как она, что ли? Нет, на обложке игры какая-то птица, но вот на эту больше всего похоже. Давайте вот эту скрафтим. Мятые листы такие, блядь, как будто ими жопу вытирать приготовились. У нее будет мятый журавлик. Ну как я мастерски. Мастерски свернул. Ну вот, такая птичка и нарисована на обложке. Люблю оригами. Нет, это не моя любимая. У нее есть любимая оригами? До чего дошел прогресс у бабуси ПМС? А какая у нее любимая? Наверное, лягуха, по-любому жаба, наверное. Или собака. Или жаба. Давайте жабу попробуем. Жаба, я говорю, самая известная хуйня, по-моему. После самолетика, конечно. Так. Блять. Сука криворукая. Там ребенок в воде тонет, а мы тут, блядь, оригами лепим. Охуенно. Люблю оригами. Нет, это не моя любимая. Смотри, жаба говорит ква-ква. Ну, с ней надо как с ребенком. Надо ее, блин, разводить на разговор. Кстати, у бабуси, видать, нехуёвый сушняк, судя по этому стакану с водой, который стоит около нее. Может ей воды набрать пойти? Подожди, блять, это не ее любимая. Какая, блять, ее любимая-то? Давай собаку. Давай все подряд делать. Листов много, рано или поздно, уверен. А потом придет сюда ФБР и найдет вот эти оригами с отпечатками нашей бабенки. И чувствую, ей дадут два пожизненных ни за что. В тюрьме спросят, эй, за что тебя посадили? Ну, я, блять, оригами охуенно лепила у бабушки у одной в палате. Который я не являюсь родственником. Такое совпадение. Смотрите, уже хуй объяснишь. Оригами.
Я учила их складывать. А, она вспомнила, что у нее дети были сразу, смотри. Джону собачки. И каждый он называл Макс. Убийца Макс. Макс. Безумный Макс. Макс. Он всех называл одинаково. Я пыталась убедить его придумывать им разные имена. Но он все равно называл каждого песика Макс. Странно, правда? Ни хрена, какая у тебя память глубокая проснулась. Ничего себе. Ну, и чё? Макс, ну вот она вспомнила, что у нее было два ребенка. Второго-то как звали? Цветы. Вам редко приносят цветы, миссис Шепард? Нет, а я их люблю. Мой сын знает, что я люблю цветы. Он мне их принесет. Да, 10 лет не приносил, а сейчас принесет, натуре. Вы храните в ящике пустоту? Какая запасливость. Кстати, а что-то она бахилы не одела. А вот фоточка, смотри, два ребенка как раз. Это ваши дети, миссис Шепард. Джон. На фоне Бога. Избушки какой-то, бля. Это они? Гастарбайтерского вагончика. Детки. Отец совсем не любил их. Вечно пил. Нелегко им жилось на свете. Я думаю, надо открыть вот эту хрень. Как это называется? Скрынька, да? Или что-то такое. То, что у нее на шее висит. И там, наверное, будет, блядь, фотка. И подпись, наверное, еще. Так что надо-то, блядь? Ты старый плывучий чемодан. Тебя что, блядь, в унитазе утопить, что ли? Что ты мне сказала, как твой сын называет? Душевая кабинка у нее тут. Ничего себе, мы жируем. Что она делает? Противоморщинный массаж лица, что ли? Или она сама себя узнать не может? Там ребенок тонет, а она тут, блядь, щи свои мацает. Щишки. Щишеньки. Надо пойти спросить, наверное, у медсестры есть какие-нибудь таблетки у нее для памяти. О, смотри. А раньше с ней нельзя было разговаривать. Миссис Шепард рассказывает вам о прошлом? Она почти ничего не помнит. А иногда вспоминает странные вещи. Воспоминания всплывают, когда она видит что-то. Воспоминания всплывают в ее память, как говно в унитазе, блядь. А она говорила о сыновьях. Сыновьях? Вообще она часто вспоминает Джона. Кажется, он утонул. А она не вспоминает о другом сыне? А разве он у нее есть? Она любила больше того, который утонул просто. Второго она, видимо, не очень любит. Я ищу ее второго сына. Его усыновили, в смысле, у него теперь другая фамилия. У вас есть какая-нибудь информация о семье миссис Шепард? Нет, к сожалению, ничего нет о ее семье. Если ее мальчика кто-то усыновил, только она знает об этом. Слушайте, так получается, она, блядь, практически бездомная, без родственников. Вещи, что в Америке таких держат в больницах? Счет сомневаюсь, может, блядь. У вас получится? Спасибо за совет. Так, я помню, что что-то можно было с цветами сделать. Надо ей, наверное, цветочек принести. Тут ничего не бывает зря. Если на что-то дают посмотреть, значит... Ну да, так и понял. Не ебу, что это, но рискну предположить, что наверняка это орхидея какая-то. Вообще-то похоже на кусок говна на палке. На оригами на палочке. Я небольшой знаток флоры и ботаники, и уж я тем более вообще не представляю, что такое орхидея, как она выглядит. Мой максимум это розочки, ромашки, одуванчики, гвоздички. И ебать копать магнолия какая-нибудь там с дерева. Всякие там... Что такое орхидея, там что такое... А, ну в болоте кувшинки, я знаю, плавают. Какая милая орхидея. Ну да, орхидея. Потому что убийца всем орхидеи ложит. Я выращивала их во дворе. Когда Джон погиб... Не пизди, у тебя не было двора. Вы же на стройке жили, на каком ты нахуй дворе их выращивала, блядь? На дворе. Я так плакала тогда. Я уже потеряла одного ребенка. А теперь у меня забирали второго. А почему у нее второго ужасно. Забирали? А потому что у нее Альцгеймер, наверное, она не могла... А что с мужем ее стало? Родители, миссис Шепард. Муж сбухался и помер, вы что ли? Помните фамилию людей, которые забрали брата Джона? Они были очень милые люди. Я приходила к ним. Сначала я часто навещала сыночка. А потом забила на него. Я хуй, пошел он. И перестала приходить. Он, наверное, подумал, я забыла о нем. Подумал, что я совсем разлюбила его.
Ну, кого его? Кого его? Как звали-то? Давай уже. По имени миссис Шепард. Как его звали? А я любила. А зачем мы узнаем, как его звали? Если бы вы только знали. Что-то я вообще не понял. Нам что, не похуй? Я скучала. Прошу, видимо, он. Анна, вспомните, как его звали? Я вот что-то, блядь, не играл день, потому что стримил и что-то забыл. Подойдите-ка. Забыл, зачем мне вообще, блядь, его имя нужно. Сейчас Ариф заукусит нахуй за шею, блядь, осторожно. А чё шепотом-то? Кому еще нужна эта информация, что ты шепчешь? И главная героиня знает, чьё имя она произнесла. Смотрите, как она прихуела. Точно, наверное, блядь, папанька. Ебашит детей. Потому что главная героиня, вот эта баба, она ни с кем больше не пересекалась, кроме как с вот этим отцом, с Итаном, блядь. Она больше ни с кем не встречалась в этой игре, насколько я помню. Она, бабка не могла сказать, что, блядь, приемный отец это вот этот вот из мотеля, который ключи раздает. Нихуя. Опа, и сразу на этого переключили. Ну, я говорю. Последние буквы 961 Rainbow. Rainbow Six, мазафака, ты должен катку затащить. Затащить, блядь, катку, иначе нахуй я тебе пароль не дам. Че это, блядь, за... Это что за Гуантанамо, а что тут все красное? Нельзя поворачивать, только прям можно идти. Смотрите, как паркет напидорили. Ну и походка. Такая грустная походка, офигеть. Он как обосравшись идет. Еще и почки болят. Или что там, печень. Алиса в стране чудес, блядь, какая-то. Там тоже что-то, по-моему, все было такое ярко-красное и сочно-белое. Не, это усадьба Меньшикова, я узнаю эту люстру. Ты куда он приехал? Что за жилище аристократа какого-то охуенного? Что-то вебки стоят. Монитор. Мониторы. Смотри, а что, нахрена все в мониторах-то? Зачем его со стальки ракурсов записывать? Как он палец резал, блядь, ни одной камеры не было. А, одна из планшета, а как он... А чё это, бутылка пепельница и... секундомер, что ли? А, последнее да. Испытание. Последний вопрос. Какие-то, блядь, сенсорные диктофоны волшебные. Выпить яду и аду. Слушайте, ну, вообще, в принципе, я думаю, что возможно это испытание, блядь, на решимости и в склянке вода. Потому что на яд это жидкость, так, на взгляд не похоже. Но, с другой стороны, злодей абсолютно ебанутый, поэтому возможно, что это действительно яд. Безымянный яд, непонятный. Но я, честно говоря, не вижу смысла убивать главного... Нет, возможно, что главный герой... Если, да, он не знает, что Мэдисон сейчас узнал имя убийцы, поэтому резонно предположить, что если бы это был фильм, главный герой мог бы яд и выпить. А, но я-то как игрок, я знаю, что Мэдисон сейчас узнала что-то охуенно важное. А, на ФБРовца-то надежды нет, у него что-то все поебнуто, ни хуя не получилось. Не, я думаю, что яд пить не надо. Во-первых, мне там не хватает пары букв всего лишь. Во-вторых, я думаю, что Мэдисон не... Я уверен, что это дорога к трагическому финалу, когда там типа папка-то сына спасет, скажет ему до свидания и отравится и помрет. Но я думаю, что этого делать, мягко говоря, не стоит. Потому что, ну, я понадеюсь, короче, на Мэдисон. Мэдисон крутая тёлка, она, блядь, разруливает все лучше, чем... Ее надо было в ФБР брать, а не этого лоха. Поэтому, эй, ёбаная жизнь. И грустной походкой такой, да, типа, ну его нахуй, мы уходим отсюда. Я думаю, что я и так прошел все испытания, а одно можно и не делать, тем более, что это и не испытание, ни хера, борода какая-то. Я найду тебя, Шон. Я узнаю, где Шон, ты. Шон, я тебя, блядь, люблю, но себя я люблю немножко больше. Пошел ты в жопу. В конце концов, у меня уже есть небольшой опыт в пережитии смерти детей, блядь, в нашей семье, поэтому... Я думаю, что тёлка, блядь, затащит. То есть это самый жесткий квест,
самый последний. Что прям вот, блядь, уже не палец надо отхватить себе, ни руку, ни яйки, а, блядь, прям вот отравиться и помереть за какие-то сраные, блядь, 4 буквы. У меня и так, там и так можно догадаться, что это за адрес. Я до сих пор не нашел сына, а время уже на исходе. Гребаный шифр, гребаный адрес, мать твою! Должен же быть какой-то выход! Там купюры из долларов склеены были. Так, что это у нас такое? Под этот шифр подходит несколько разных адресов. Господи, они разбросаны по всему городу, я уже не успею объехать все! Меньше ебаться надо было. Франклин, Рузвельт, что? 852. Теодор Рузвельт Лайн, Теодор Рузвельт Парк, Теодор Рузвельт Роуд. Дорога. Интересно. Надо позвонить, наверное, кому-то, да? Мэдисон, звони Мэдисон, блядь, спрашивай, кто убийца, заебал. Это было похоже на гудочек сейчас. Ну, блядь, на корабль, на пароходный какой-то. Корабельный клаксон ни с чем не спутать. Ну-ка еще разом. Может, там еще что надо услышать? Может, паровоз? Нет. Совершенно точно это корабельный. Корабельный гудок. Значит, нам надо, нам нужна локация у реки. Вот она. Вот эта темная линия, это не река, да? Вот река. Вот это больше похоже на реку. То есть я либо выпить... То есть это элементарное... Времени у меня хватит только на один адрес. Это... Если Шона там не окажется, то все, конец. Это элементарная разгадка, тут даже школьник бы справился. И в противовес ей можно было выпить яду, и тогда бы компьютер исключил два неверных варианта. Но, блядь, это слишком просто. Это неравноценно, как бы. Яд убивает главного героя, а тут догадается даже, блядь, больной Альцгеймером человек, что, блядь, корабельный гудок, значит, у реки. Уже столько фильмов про это было, блядь, в триллерах постоянно что-нибудь в телефоне услышат, там, ага, блядь, скрипит какая-то хуйня, наверное, это мельница, блядь, там, опа, гудок паровозный, наверное, у железной дороги, блядь, типа вот такая всякая борода, а это чё? Ну, блядь, опять варды не поставили, нахуй ты идешь на мид, если играть не умеешь, рашем, гангаем по лесу, гангаем, пуч, хукой, блядь, киллер. Сука, раков полная команда, опять катку слили, блять, рачье, ёбаное, блять, идите в World of Tanks. Но у него же в очках там игры были, танчик какой-то. Че ему еще делать, если он нихуя никого найти не может? Играть и... Не понимаю, о чем. Расследование окончено. Убийца. Не понимаю, о чем ты, я играю, сижу, иди отсюда, блять, мы мид слили опять. Оседлай свои папки и дуй назад в Вашингтон. Честно скажу, скучать я не буду. А, слушай, эти, этот вот... Расследование не окончено, у вас нет улик против Марса. Марс виновен, дело закрыто. Все равно это тебя не касается, ты снят с дела. Собирайся и вали. Вообще-то, блядь, ФБРовец спас ему жизнь. Почему он так максимально гандонизирован, блядь? Ты долбанутый, сбрендивший психопат! О, как высказал. Принимаю как комплимент. Сейчас, наверное, ФБР его подозревать начнет. Я нашел мастера оригами. Все довольны, истории конец. Скатертью дорожка. Раз он ему кричит, что он психопат, значит, сейчас он такой 2 плюс 2 сложит и себя скажет, ага, блядь. А Норман не любит, когда с ним так разговаривают. Норман сразу, блядь, нервничает. Кстати, правильно кто-то в комментах написал, зачем ему эта перчатка, если он управляет двумя руками, а на второй ничего не одето. Имя убийцы здесь, среди кучи данных, надо его вычислить, найти пока не поздно. А что ты орешь на весь кабинет? И последнее, сэр. Овсянки, сэр. Лучше все-таки не злоупотребляйте, сами знаете чем. Это опасно. Очень опасно. Мне кажется, что он говорит не про наркоту, а про очки. Вы загоните себя в могилу. Это будет очень печально, сэр. Наверное, он про очки, а не про наркоту. Мне кажется, что очень было похоже на то, что это наркота, но на самом деле это, наверное, должно быть очки. Карта. Что у нас на карте? У нас на карте большой зеленый круг. И это круто. Так, зацепочки. Блять, вот это третий раз, конечно, за игру делать не очень интересно. Я в первый раз повосхищался этим,
Но в третий раз мне уже что-то впадло тут копаться, вот, заебало. УРС было в режиме записи, когда я дрался с убийцей. Ну. Надо посмотреть запись. Давай посмотрим, как тебе пиздюлей навешали, как маленькой сучки. Драться бы умел, уже бы его арестовали, блядь. Исследовать. Так, воспроизвести. Вот он проводит захват, удушение. Слушайте, точно так же этот жирный Карадайн надушил. Тоже его на стол завалил и душил двумя руками. Че, а че, память что ли кончилась? Почему это все-то? Кстати, а может по фигуре не видно, кто это? Блять, заебал-то. Ну, по фигуре, кстати, видно, что нападающий довольно-таки жирный хуй, кстати. Смотрите, насколько он толще, чем, блядь, детектив Норман. То есть, подождите, а вот тут вообще склейка. Смотрите. Оп, склейка, видели? Что-то, блядь, тут вырезано, по-моему. Вот с этого момента, смотрите. Хуяк? Блядь, а что я должен увидеть, я нихуя не понимаю. Подозрительная склейка. Где-то она вот здесь. Так, исследовать. А, часы какие-то, блядь. Я думал, склейку надо найти было. А нахуя? Кто эту склейку мог сделать? Ну, исследовать. И чё? Ну, часы и чего? Часы и меч. Этот меч был с самого начала в кабинете Пако. Он никак не связан с убийцей. А на часы тебе вообще похуй, да? Может, надо найти, где часы лучше видно. Он как бы видит, что часы, но сами часы не может разглядеть. Ну, тут вообще нихуя. Вон склейка опять была. Вот здесь, наверное. Наверное, там, где его душат. Золотые часы. Где-то я такие уже видел. Фор Ларис. Рома... Ларри какой-то, смотрите. А, подождите, тут сказали, что все часы таким дарят. Кто тут прослужил столько-то там, один год, что ли? Что-то такое. Часы, которые дарят всем, кто дослужился до лейтенанта. До лейтенанта. Убийца-коп. Убийца-коп. Это, блядь, мощная зацепка. Все? Меч, он сказал, был в кабинете. И, типа, ничего приметного. Шины я уже смотрел. Пистолет. Этот пистолет убийца бросил в Голубой лагуне. Надо бы пробить его по базе. В Голубой лагуне? Так-так, убийца, блядь, Мила Йовович. Ну, Мила Йовович, Голубая лагуна. И Брайан Краузе, блядь. Брайан Краузе убийца, сука. Вот этот хуй зачарованный. Конфискован полицией 5 лет назад. Этот пистолет должен все еще быть в полиции. Кто мог его забрать? Только коп. Тут пойдет саундтрек из криминальной России. Области действия Нихт. Ну и чё, убийца? Давай проанализируем тачку. Кто на какой машине ездит? Какая у этого Блейка, блядь, машина, ёпта? Сейчас он, блядь, не Тайер с модели К-234, блядь. Похоже, убийца полицейский. Убийца загадочник из Бэтмена. Это объяснит неудачи в расследовании и желание обвинить Итана Марса. Картер Блейк? Ну, я так и подумал, что он его, блядь, подозревать начнет что-то. Обвинить Блейка, продолжить расследование. Да не, нихуя, не может это Блейк быть. Что-то, блядь, слишком на поверхности это. Я не думаю, что... Тем более, что предлагают продолжить. Я думаю, что надо порыться получше, и станет понятно, что это не Блейк. Но, блядь, каким хуем я это должен сделать? О, заебенчик, и что это такое? Сыпь какая-то на карте появилась. Исследовать. А что тут исследовать, блядь, эмблемку, что ли?
Mission Impossible, бля. Давай цветочек исследовать. Протеин. Бусинка ебучая теперь. Ну ёпта, то один, блядь, то вторая. В такой, блядь, атмосфере невозможно работать. Мне тоже нужны такие супер очки, чтобы кошки ебаные не отвлекали. Оригами, кстати, это собачка, блядь. А, как раз это... Собачку сделала бабульке. Чё это такое, не понял, смотрите. У меня слезы уже кровавые, блядь, потекли. Я уже заебался, видимо, в очках сидеть. Да-да-да, наверное, очки, правильно. Очки, видимо, его, блядь, убивают. Так, ну чё, у меня на карте что-нибудь появилось? Охуенно. Миллион разгадок. Давайте досье. Оригами киллер. Жертва мастера оригами, нахуй. Мастер оригами, принцип работы. Слушайте, для... Возраст 30-40 лет. Я вот не понимаю, почему, блядь, убийца белый? Почему не негр грусти? С чего он взял, что убийца белый? Как это, блядь, можно определить? Очень собран. Черные не ездят на такой машине, что ли? Работает наверняка в свободном графике. Работает в свободном графике, блядь. Это точно не Блейк. Нихуя не понимаю, что, блядь, надо. ФБРС, блядь, говно ссаное. Он нихуя не вообще, блядь. Я не верю, что ФБРС вообще может кого-то найти, блядь. Он какой-то лузер здесь совсем, нихуя. Ему эти очки, блядь, вообще ничем не помогают. Это то же самое можно делать, развесив бумажки на доске, на стене, блядь. То есть эти очки абсолютно хуйня, по-моему, полная, блядь. Только удобный интерфейс и все. Вон сколько он... Получается, отцы этих детей либо не смогли пройти испытания, либо не стали. Мне кажется, что, блядь, я либо улик не насобирал, либо вообще не понимаю, что тут надо сделать. Вот еба... Ой, все, пиздец, смотри, вторая слеза кровавая. Он сейчас сдохнет, ну его нахуй, пошли отсюда, сбрось все. Давай Блейк обвиним, закончить УРС. Сдаться. Продолжать. Сдаться, нахуй, я ничего не понимаю, в пизду. Кровь куда-то пропала между кадрами. Я не могу. Да, ты дерьмовый ФБРовец, блядь, я тебе хочу сказать, что ты полное говно. Я не могу. Видимо, тут надо было прям вообще все-все улики найти. Мне сказали, что я в самой первой миссии с очками не пошел по следу цветочному, блядь, запаху и не нашел там что-то. Видимо, это пиздец, как сказалось на сюжете. ФБРС, блядь, конь педальный, реально. Когда, блядь, ссаная журналистка работает лучше, чем ФБР, блядь, это нахуй повод расформировать пизду. Слушай, это ФБР и нанять больше журналистов. Отомстить убийце сына. Слушайте, а мне кажется, что здесь некоторых актеров перерисовали, нет? Вот этот, например, из шести кадров, блядь, жирный там был такой. А это вот явно тёлка из Джиллиан Андерсон. Я хочу знать, кто убил сына. Слушай, вот закончим. Слушай, вот, по-моему, именно твоего сына, блядь. Кстати, одного из детей-то, да, действительно убил. Ой, чувак, блядь, она ж проститутка, ты сейчас половине города отсасываешь. Фу, блядь, бать, у тебя такой герпес, наверное, будет. Одного ребенка убил же сын этого, блядь, олигарха местного. Вот чего ребенка он убил, интересно. Наверное, блядь, того, кого я в начале игры нашел труп в палаточке. В дождевой воде, блядь, который непонятно как захлебнулся. Наверное, блядь. Держись, Джон! А чё? Я за помощью! Ты держись, Джон! Опять этот, который в дренаж провалился. В какой-то, блядь, непонятный. Я уж сколько на стройках был, такого не видел, блядь. Куда он ёбнулся вообще? И как дождевая вода размыла ёбаный бетон, если бетон от воды только крепче становится. Чё-то плотину Гувера водой, блядь, не смыло до сих пор. Интересно, почему? А это не это синяя тачка, слушайте, я где-то уже видел. Надо скорее бежать за помощью.
Джон же утонет! Он утонет! Говно не тонет. Мама работает слишком далеко отсюда. Я не успею привезти ее. А папа твой? Надо привезти папу. Только он может спасти Джона. А вот в этом доме, блядь, который вот там стоит, никого нету? Пап, пап, скорее! Джон свалился в трубу. Да, выметайся отсюда, гля. Отстань от меня. Идем за мной, пап. Идем. Джон утонет. Джон утонет. А, ну, так одним прожорливым ртом станет меньше. Пап, ну, пап, слушайте, пап, блядь. Джон утонет. Джон утонет, папа. Ты меня слышал? Что-то, блядь, его отец какой-то совсем аномальный гондон. Просто собирательный образ, блядь. Пожалуйста, пожалуйста, пап, вытащи Джона. Всех обладателей мистер Гон... мистер плохой родитель планеты, блядь. Я просил Джон, но он не слушает. Не хочет идти. Ну, выбеги на дорогу, покричи, блядь. Пожалуйста. А как он зацепился, если вода в другую сторону сносит, блядь? Почему ногу... Куда его нога попала, я нихуя не понимаю. Все? А, нет. Не забывай обо мне, Скотти. Так он держится или что? Я нихуя не... Блядь, как он утонул в этом, блядь? Это невозможно. Что там за глубина, блядь? Какая там глубина? Да никакой. Типа его течением там смывает в рот или что? Он должен стоять, по идее, там в полный рост. Если у него нога застряла, то получается под обломками бетона они не такие тяжелые. Блядь, вот... Смерти в этой игре, притянутый за уши, просто пиздец. Уже многие заметили, что в начале игры, когда главный герой телом закрывает ребенка, от машина ехала уже совсем не быстро. Она не могла так сильно его уебать, чтобы, блядь, ребенок умер, а главный герой нет. Невозможно, блядь. Главному герою минимум должно было позвоночник расхуярить в таком случае. Он бы сейчас на коляске ездил. А, блядь, а уж вот это... Погоди-ка. Все-таки это жирный пидор. Это он вспоминал, сидел. Вот так вот. Вот вам, блядь, детектив. Ну, на самом деле, я, блядь, прочитал довольно разные спойлеры. Все спойлерщики забанены, блядь, уже, естественно, чтобы больше они, блядь, ни одну игру мне не обосрали. Но спойлеры были самые разные. Были, что это Картер Блейк, и жирный, блядь, и всякие разные. Не надо думать, что я буду проверять, блядь, правду вы говорите или нет, перед тем, как вам забанить. Я, блядь, человек простой, вижу спойлер, сразу баню нахуй. Если вы думаете, что мне охуенно интересно в начале игры знать, блядь, кто убийца, вы, блядь, ебанат. Хочу вам сказать. То есть, получается, что детектив не расследовал убийство. Детектив, блядь, улики за собой заметал вот этот. Вот так вот, вот, ебать. Несмотря на то, что смерти в этой игре притянуты за уши, если отбросить эти, блядь, свои умные мысли про то, как там ребенок 3 дня, блядь, в воде без еды там тусит. Ну, в принципе, под девизом «жить захочешь, не так раскорячишься», можно что угодно насочинять. Но, конечно, да, 3 дня ребенок в воде в холодной, без жрачки, это хуйня полная, блядь. Можно было как-то обыграть и по-другому. Но если все это отбросить, тогда сюжет, в принципе, годный. Но я бы, если игру сделал, блядь, убийца была бы тёлка. Типа, подходила к детям, говорила, пойдем, эти сиськи покажу, блядь. Я бы маленький пошел. Вот конфетку бы мне предложили, я бы нахуй послал. А вот на сиськи попялить, это я всегда. Короче, он сейчас сжигает улики, нахуй, и уезжает в Майами. А я понял, блядь, почему он тусит с этой тёлкой, которая с этой, с проституткой. Ребенка проститутка, проститутки Генри убил, или как там его? Сын олигарха, а не мастера оригами. Поэтому, блядь, жирный и выяснял, что за хуйня. Кто это, блядь, такой подражатель классный? А зачем вот он пошел про печатные машинки что-то узнавать, если он просто мог, блядь, конверт этот проебать, просто мог сказать, ну, конверт и конверт, хуй его знает, ничем не примечательно. Почему проститутка полиции конверт не отдала тогда, блядь? К ней вообще полиция-то приходила? Все, он что, мать убил? Убил, смотри, не дышит. Или здесь нет анимации дыхания. Или она просто спала. Не понял я что-то. А нахуй ее убивать, она все равно ничего не помнит, ебанутая. Да, и в кабинете, получается, он у него часы золотые, он жирный. И душил, я же сказал, он душил, как Кэрри Дайна, точно так же, этого ФБРовца, блядь.
Точно так же дрался. И драться он как раз умеет. Так что, кто ставил на жирного детектива, тот молодец. Ну, не скажу, что я в шоке, блядь, прям в таком, в охуенном. В Life is Strange, когда оказалось, что выяснилось, кто там убийца, блядь, там вот больше было как-то неожиданно. Возможно, там не было спойлеров, хуй его знает. Ну, все, пиздец, теперь что? А, Мэдисон-то все равно знает, кто это, да-да-да. Подожди, так она, блядь, не встречалась с этим. Ну, допустим, что сказали ей, что что теперь убийца, это, ну, брат второй носит фамилию Шелби, теперь он Скотт Шелби. Так откуда Мэдисон знает, кто такой Скотт Шелби? Она такое лицо сделала, как будто знала всю свою жизнь, но они же по сюжету не встречались. А чё у него ручка посреди двери? Это чё за уебанство такое? Как она, блядь, работает? Чё за механизм, блядь? R1. L1. Вверх-вниз. Лево-право. Бля, вот это взлом, не то что Fallout. Блядь, только нет, хуйня. Ёб твою мать, блядь. Наклоны геймпада, блядь, это самое тупое говно, блядь, среди всего управления. Потому что, видимо, гироскоп, блядь, или как это называется, в DualShock, блядь, четвертом работает не так, как в третьем. Ну, пожалуйста, блядь, случайно как-то дернул геймпад лево-право, и все-таки она открылась. Она сначала дверь вскрыла, а потом стала оглядываться, есть тут кто или нет. Блядь, какой этаж-то хоть? Она смотрит, что в квартире никого нет, видимо. Скотт Шелби. Приватный квартира детектив. Квартира мастера Оригами. Здесь наверняка можно узнать, где Шон Марс. Как-то на самом деле даже неинтересно стало. Вот когда ты узнаешь, кто убийца, уже как-то не очень интересно. Не знаю почему. Они как-то это преподнесли не очень правильно. Можно было это как-то и получше обыграть. Они прям, блядь, неправильно это сделали. Он работал в полиции и отлично знал, как именно будет происходить расследование. Молодой Скотт Шелби крайне сильно похож на Баса Рутена, по-моему. На бойца без правил, который снимался, учил этого толстяка, блядь. Как там, толстяк на ринге или как это фильм назывался? He came to boom, he came to boom. Так а что я должен найти? А, я помню, что, блядь, у него пистолет в ящике. Надо пойти пистолет взять. А то вдруг жирный хуй придет, повернется. Хотя, чем возвращаться? Он сжег все. Может, что еще дымится там, нет? Вот откуда тянет дымом. Улики горят синим пламенем. Ты такая спокойная, блядь, что я просто в шоке. Бинго! Нет? Тебе не нужен пистолет? Ты... Полиция департамент. Вот, типа, откуда... А, помните, в полицейском участке Блейк-то узнал. Блейк узнал Шелби. Шелби раньше работал в полиции, поэтому у него есть часы. То есть, можно было и даже... Ну, когда... Да ты заебала управление это, блядь. Когда вот ФБРС начинает подозревать Блейка из-за часов, надо вспомнить, что Блейк и Шелби знакомы. Интересно, а почему Шелби уволили? Или он сам ушел? Они шли за ним, как агнцы на заклание. Агнцы, блядь. Я даже не знаю, что такое агнцы. Я что-то сейчас задумался. То ли дети, то ли бараны, блядь. Агнцы. Точное значение слова агнцы. Я вот знаю примерно. Опа. Сам скажешь... А. У него в шкафу. И как он планировку переделал квартиры? О, эти, как его, блядь, орхидеи выращивает, смотри-ка. В таких местах обычно ганжу растят, а он орхидеи лох. Чё? Родители вернулись из церкви, но детей уже не было. Они искали и звали их, рыдали и молились, но все было тщетно, их не нашли. Где-то я эту хуйню читал.
орхидеи, которые он клал на грудь жертвам. Он выращивал... Шон Марс. О! Этот псих смотрел, как он тонет. Какой-то колодец, постепенно наполняющийся дождем. Медленная смерть. А если бы он раньше утонул? Осталось совсем немного времени. Здесь должна быть подсказка, как найти колодец. Черт, нужен пароль. О-о-о. Дождь. Нихт. Джон, орхидея. Да ебать. Оригами, Шепард, Джон, Макс. Макс, жми на кнопку, Макс. Вот. О, ебать. Макс, так Джон в детстве называл своих бумажных собачек. Охуенный пароль, это 4 буквы, блядь. Что такое? Адрес. Теодор, наверное, Рузвельт, там спрятан Шон Макс. А-а. Скорее, нельзя терять ни минуты. Итан правильно едет, значит. Все, валим нахуй отсюда. Да здравствуйте, блядь. Ну а чё, не взяла пистолет, дура? Довольно, Скотт. Анискин, завязывай. Ты убил всех этих детей, чтобы найти отца, способного спасти ребенка. Заткнись! Ты ничего не понимаешь. Ребенок еще жив. Его еще можно спасти. Отпусти его. Не поступай, как твой отец. Откуда ты, блядь, знаешь, как поступил его отец? Вот откуда ты знаешь? Он что тебе, блядь, рассказывал, что ли? То, что мы видели его воспоминания, мы-то видели, а ты-то нет. Ну и что он меня тут запер? Что это такое? А, надо... Что он делает? Пустоту в стене ищет, что ли? Ну тут... Ну тут вряд ли, наверное. Подожди, нахуй. Нахер мне это радио? Вот пустота. Вот пустота. Две пустоты нашел. А радио чё? А, она будет по стене им ебашить. Я думал, блядь, на помощь позовет. А он не услышит, что ты тут ему, блядь, стенки ломаешь. Кстати, я пустоту нашел не с того края стены, а с правого. Она слева разбивает. Хорошо, что у него стены из пенопласта, да? А, дым пошел, он квартиру сжигает, что ли? Ну, хули, у америкосов, видимо, есть деньги квартиры постоянно покупать. И все, тут уже такое пламя, типа, что пиздец. Я думаю, время обнаружения выхода тут не влияло вообще, да? Ну, в принципе, если ты с самого начала знаешь, какую стенку долбать, это тебе как бы ничего не даст, все равно пожар. Пожар уже будет гореть. Похуй. Пляшем. Что-то джинса быстро сгорело как-то. Надо кресло в пожар подкинуть, а то что-то, блядь, не горит. Ну я же нажал, да заебало, ты что тупишь-то? Надо дровишек подбросить. Здесь главная интрига игры-то, походу, не кто убийца, а найдут ли они, блядь, ребенка этого, успеют ли. ФБРС, как я понимаю, выпал из гонки, блядь, за преступником. На него надежды нету. Но у меня, в принципе, главный герой едет в правильном направлении. Там газовый баллон, что ли, стоит? Я бы подошел к газовому баллону, если бы управление, блядь, позволило. Что у него там нахуй в этих шкафах-то? Нахуй ты это делаешь? Убери его с огня, дура, блядь. Сейчас баллон как въебет. Бонзай. Удар дзюдо. Сейчас взрывом тебе поможет дверь выломать. Ты что-то нихуя походу не можешь. Не хочешь отсюда выходить?
чё? На кухне спрячемся, в холодильнике. Индиана Джонс ядерный взрыв пережил, и мы переживем. В натуре, смотри, она решила в холодильнике загаситься. Ебать. Америкосы чё, блядь, думают, что холодильник это бомбоубежище какое-то охуенное? Сейчас я, наверное, блядь, улечу в холодильнике туда, на место преступления прям. Давай. 3, 2, 1. Поехали. Сейчас Гагарина догоним в космосе, блядь. Он первый на ракете улетел, а я первый на холодильнике улечу. Да и как она вышла-то? Ну хуйня же постная, блядь. Как она вышла-то, если там все разъебенило, блядь, к хуям? Показали бы, как она из холодильника вылезает. Где она очнулась, блядь? Что за чушь? Под конец игры, мне кажется, блядь, сценаристы ёбу дали конкретного. Мало того, что они запутались во всем, в чем только можно, они еще и хуйню какую-то. Позвонить Итану. Одиночка. Я знаю, где Шон. Надо сообщить Итану. Позвонить Джейдену. А кто такой Джейден? Позвонить Итану, позвонить Джейдену. Давай. Я знаю, где спрятан Шон Марс. Надо позвонить тому парню из ФБР. О, Джейдену. Точно, давай звони. Больше доверять некому. Он сможет спасти его. Давай. А откуда ты знаешь Джейдена-то, блядь? Ты с Джейденом не пересекалась, насколько я помню. Меня зовут Мэдисон Пейдж. Вы не знаете меня, я журналист. Времени нет. А, слушайте, ну она журналистка, поэтому она всех знает. Итан Марс невиновен. Имя убийцы – Скотт Шелби. Шон спрятан по адресу 852 Теодор Рузвельт Роуд. Записали? Постойте, откуда вы? Я потом все объясню. Позвоните в American Tribune. Там за меня могут поручиться. Торопитесь. Шон Марс может быть жив. Давай, ФБРовец, блядь, хоть что-нибудь полезное сделай, сука, а то ты меня бесишь уже, блядь, ебанат, натрия. Блядь, какие у нее рессоры на мотике охуенные сзади, ёпта. Интересно, сколько такой стоит, блядь? Я думаю, что если я буду ездить на таком мотике, мне, блядь, вообще... Я думаю... А, он одноместный, нахуй, мне нужен, блядь. Никакую овцу на нем не покатаешь уже. Только если спереди. На своем кожаном рычаге переключения передач, так сказать. Ну, давай, ФБРовца. А это кто такой? А, это ребенок, блядь, Итана, точно. Что-то давно его не видно было. Где ты был, пацан? А, ну да, ты что, не ж, блядь, Анатолий? Ушастый. Ушами держись, блядь, за эти, сука, за эти, за хуйни, за решетку, блядь. И что мне сейчас за него, блядь, ногами гребсти, что ли, я не понимаю. Что я должен делать? 148 миллиметров осадков налило. Это, блядь, третий день ливень ебашит, что ли? Что это за город такой? Венеция, что ли? Только в одном городе, блядь, воды больше, чем в Питере. Шон! Вообще-то, я вижу, что, блядь, здесь крыша есть. Вряд ли он тонет, блядь, под крышей. Шон! Сюда просто не может столько воды налить. Даже если кровля дырявая в говно, она фильтрует минимум какой-то процент осадков. Я уже очень давно. Давно. И что ты тут делаешь? Ищу отца готового сделать то, что не захотел. А жертвовать. Сюжетная супердыра, чувак. Твой отец, блядь, ему не надо было жертвовать собой. Ему надо было поднять свою синюю жопу, блядь, и вытащить своего ебаного ребенка. Там речи о пожертвовании вообще не шло, чувак. Причем тут, блядь, искал отца, готового пожертвовать собой. Я вспомнил тебя. Че, значит, вспомнил? Ну, ну, смотрите. У машины даже бампер не помялся, как она человека убила. А, он был там. Столько убийств? Всего лишь поиски отца, способного спасти сына? Всего лишь поиски отца? Ты хоть представляешь, каково чувствовать себя ничтожеством в глазах собственного отца? Поверь мне, я страдал. Да, я вижу, чувак, как ты страдал, блядь. Ходил там, детей в пеленки заворачивал. Верни мне моего сына! Он здесь.
Осталось только открыть решетку. Ну, и чё? Ты на меня нападешь, мы драться будем? А чё, он охуел, что ли, совсем? Опа-на, ФБРС прискакал. Ну, ФБРС вообще ни о чем, смотрите. Да стреляй в него, нахуй ты за ним гонишься. Блять, они там еще и по кругу бегают. Пиздец, блять. Давай, блять. Держись, малой, сейчас я геймпад вздрачну, блять. Сейчас все разломаем, блять. Че мне замок силой мысли ломать, что ли? Че делать-то? А че? О, арматурина, ёпта. Ее вообще не видно было, блять. Я мог и в другую сторону пойти, что бы я тогда делал? Ну. Так, блядь, ты ее хуй сломаешь, это пиздец полный. Кто так делает, это че? Такой замок, знаешь, блядь, он нахуй не пальцем. Да, я вообще не верю, блядь, что вот так вот можно было его сломать. А че пацан без сознания, но плавает, почему? Не какал 3 дня, наверное, говно не тонет, блядь, держит на плаву. Че он тогда не кверху жопой плавает, странно, да? Эх, поднатужимся. Слушайте, получается, что... Блядь, где у меня икс-то? Получается, что за ФБРовца можно было вообще все зафейлить. Ему потом это, блядь, позвонит журналистка и все скажет. Нахуй эти расследования нужны. А, теперь ты вспомнил, что у тебя пистолет есть, да? Дайте я лучше за Скотта Шелби всех поубиваю. Мне эта концовка больше понравилась бы, я думаю. ФБРовец, ты лох! Все, пистолет проебан. Нормально. Я думаю, нам надо надеть свои мощные очки, как бы, и поискать. А, этот завод, он еще и работает. Смотрите, мы на рабочем заводе еще находимся. И здесь никто не видел, блядь, 3 дня, что пацан, блядь, тонет и орет там наверняка. Слушайте, ну Скотт Шелби умеет драться вообще-то, но в отличие от ФБРовца. И Скотт Шелби его... Да, видите, один прогиб, и ты погиб. Ой, блядь. Пиздец, хэдшот, нахуй. Скотт Шелби его уже побеждал там, в голубой лагуне. А чё полиция тут дрочит? Они чё, вообще глухие? Не видят, что сверху телевизоры падают? Ну чего, мы долго-то, блядь, это будет-то? Что-то вообще никак у меня, блядь. Все по местам. Преступник вооружен. Опа-на. Тут еще и этот ебанат приехал, который всех, блядь, валит. Повторяю, на поражение. Эш, снайперы на местах. Да, лейтенант. Они ждут команды. А мотоцикл вы не услышали тоже? Вам похуй просто. Открываем огонь, как только он высадится. Блять, кто его в полицию взял, дебила этого ебаного? Эй! Вы там! Что вам нужно? Наверх-то посмотри, хоть ты-то, блядь, не тупая. Лейтенант, меня зовут Мэдисон Пейдж, я журналистка. Я докажу, что Итан Марс не виновен. Я сфоткаю он его труп. Эш, что здесь делает журналистка? Я же приказал... Журналирует, ебать, что она тут делает? Ты дурак, блядь? Уберите ее, пока не полезла под пули. Есть, лейтенант. Ладно, пошли. Вы совершаете руки убрал. Ошибку, лейтенант. Итан Марс не виновен, я докажу. Каким хуем ты докажешь-то сейчас, интересно? Лоу-кик, нахуй. Давай, ФБРовец, блядь. Скотт Малдер бы уже, блядь, его заебанил бы, нахуй. А, Фокс Малдер, Фокс, значит. Чем он меня бьет, блядь? Подзорной трубой, что ли? На, поеблищу, блядь, по-жирному, сука, тварь. Вот этому нас учат ФБР. А ты думал, мы там только очки, блядь, крутые носим и перчатками размахиваем? У нас там целая дисциплина, блядь. Бой на подзорных трубах, блядь. Так, а мы тут реанимируем пацана еще до кучи. Дыши. Ну вот, ты если ты дыши. Мэдисон не пахал, я думаю, блядь, мы бы уже его спасли давно. Ну нет, блядь. Тёлка, короче, все испортила. Дала и все испортила, блядь. Обычно, когда тёлки дают, дети рождаются, но в игре, блядь, тёлка дала и ребенок умер. Я думаю, это, блядь, глубокомысленная мораль какая-то, что ли. Не всегда, когда тебе дают, это хорошо, не всегда надо пользоваться. Заебал Шон, блядь, давай не порти концовку, я старался, между прочим. Мне до пизды, конечно, но я уверен, что есть неравнодушные зрители.
Наверное, это потому, что я яд, блядь, не выпил, да? Или чё? Да чё не так-то с ним, блядь? Я же нормально, блядь, джойстиком тряс, искусственное дыхание делал. Удар его в сердце, блядь, рукой со всей силы, он заебал. Ну, наконец-то, блядь. Бог спас, видите, блядь, боженька нахуй услышал. Раз я не реанимировал, а он очнулся. Я думал, ты умер. Дай ему леща, блядь, чтобы батьку не пугал, говнюк мелкий. Я знал, что ты меня спасешь. Да, папка не знал, что он тебя спасет, а ты знал, блядь. Че, умнее батя, что ли, блядь? Где мой ремень, нахуй? Эш, убери ее, наконец. Марс не виновен, черт возьми. Он не виновен. Пошел нахуй, ублюдок. Я куда? Я на свой мотоцикл Бэтмена, ёпта. Ой, блядь, наклоны джойстика, пиздец. Я проебал эту миссию. Нет, смотри-ка, я... О, блядь, что делаю? Да. Сука, все вам испорчу, дебила. И ёбнулась с него. И что это было? А. Ждем приказа, лейтенант. Внимание всем. Отставить огонь. Валите ее, валите ее. Полиция, блядь, Нью-Йорка, говно ссаное, по-моему. Что случилось? Там копы. Снаружи. Они окружили склад. Только ты выйдешь, откроют огонь. Я выйду один. Поговорю с ними, объясню. Пристрелят, не успеешь рот открыть. Но. Кто с тобой пиздить-то будет с дебилом? Мы выйдем все вместе, подняв руки вверх. Всех нас не пристрелят. Ну, только тебя, блядь. Я могу доказать твою непричастность, Титан. Мэдисон, я убил человека, блядь. Наркоторговца завалил и не поморщился. Слушай, блядь. Прости, что не поверил тебе. Я думал только о Шоне и решил... Решил, блядь, что решил? Решил тебя. Не важно. Вдуть и бросить ее. Самое главное, ты спас Шона. Да. Не важно, что ты меня поматросил и бросил. Тут замешаны дети. Ой, ёпта, кто-то не кувалда. Ну ты охуел вообще. Блять, я хочу монитор этой фирмы, блять, смотри, он просто неразрушимый, блять. Все, пизда мне. Я пропустил последний удар. Да ладно, ФБР, С. Камон, ты заебал. Пизда ему. Блять, хэппи-энд провафлил. Все равно это ФБРС, блять, пизда какая-то, они, блять, не агент. Нихуя не драться не может, блять. Ни загадки разгадывать. Нахуй нужен такой сотрудник, блять. Был бы Дукалис, блять, уже все разрулили. Норман, дерьма кусок, блять. К всеобщему облегчению, полиция сегодня объявила, что Шон Марс найден совершенно целым и невредимым. А жирный ушел, что? Мальчика держал в колодце убийца-мастер оригами. Успешное спасение мальчика стало возможным лишь благодаря... Какие у него глаза зеленые, пиздец, прям. Полиция одно время считала убийцей. Его невероятная смелость и упорство позволили сорвать жестокие замыслы мастера оригами. Комиссар полиции принес герою официальные извинения. Главная новость дня. Наконец-то полиция выследила убийцу так называемого мастера оригами. Да, журналистка выследила это. Бывший лейтенант полиции, он выдавал себя за детектива, нанятого семьями жертв убийцы. Несмотря на масштабную облаву, Шелби удалось ускользнуть. Полиция объявила преступника в федеральный розыск, чтобы скорее схватить его. К сожалению, в ходе операции трагически погиб Норман Джейден, криминалист ФБР, ведущий расследование. Ну, наркоман и долбоёб, блядь. Во время ареста мастера оригами, при пока неясных обстоятельствах. Долго отбивался монитором от кувалды, блядь, но что-то лоханулся и пропустил, блядь, чугуном по башке, блядь. Еблоноид, блядь. Скажем так, ее подобрал друг моего друга. Если нравится, берем. Она в такой дыре и жила всю жизнь, так-то. Насколько я помню.
Ебать, я такую квартиру хочу. Он украл мою мечту, блядь. Жопастую тёлку, блядь. И охуенный пентхаус. Эй, пап! Итан, чтоб ты сдох, я надо было яда выпить. Комнату. Мне что-то не нравится твоя, блядь, довольная морда. Ну? Что скажешь? Это чудесно, Итан. Да, еще если, блядь, перегородок парочку поставить. Мы забудем о том, что случилось. Да, хуй с ним, с этим Норманом. И будем жить обычной жизнью. А прошлое вскоре покажется дурным сном. Мы заслужили право на счастье, Итан. Все трое. Хуй вам! Вернись к маме. А где мамка Итана? Что, она в этом празднике жизни не захотела участвовать? По-моему, сынок-то у него поехавший, блядь. Будет братишке теперь покушать приносить, блядь. Ну чё, Блейк, блядь, тебя совесть-то не мучает, еблан? Его похоронят через 2 дня. В богом забытой дыре где-то в пригороде Вашингтона. Да, его фарш, блядь, в пакет собрали. Должен присутствовать по протоколу. Да, но мне как бы похуй на этого долбоеба, но... У нас с Джейденом были разногласия. Правильно, пошел он нахуй. Конечно. Я понимаю. Сэр, у меня остались его очки, куда их теперь? Да, их почему-то не перемололо, блядь, на мелкие части. Ему они ни к чему. Делай с ними что хочешь. Блядь, насколько им похуй на этого Джейдена, я просто в шоке, блядь. Ну, примерь, что ли, посмотрим, идут, не идут. Без перчатки они, конечно, не работают, блядь. Может, они тебя убьют моментально. Очки судьи Дреда, блядь, нельзя надевать никому другому. Компьютер на Windows 98 или пиздатые очки? Пожалуй, компьютер на Windows 98. Нет, наверное, все-таки, блядь, очки. Че он там в них смотрел? Тёлки голые есть? Ну, танки точно были, давай. Ты заебал уже, придурок, блядь, ты их оденешь или мы дрочить тут будем 2 недели теперь? Опа, нихуя себе. Очочки унаследовал. За ними ФБР-то не приедет? И, блядь, нихуя, да, круто. Что-то у того, блядь, другие фоны были получше. Рабочий стол был круче. Довольный, блядь. Не зря он... Ой, да ладно. И что это такое? Как это, блядь? А это чё? One way. А, жирный же, блядь, чё с ним? Нового уже, наверное, спёр кого-то. А как она его нашла, блядь? Откуда она узнала, где он? Ни одна семья жертвы не нанимала тебя, верно, Скотт? Скотт, ёбаный. Я говорила со всеми. Тебя как-то поздно ты осенило. Просто... Собирал улики, заметал следы. Стирал прошлое. И упивался страданиями родителей, чьих детей ты убил. Заметал везде следы. Берегись, гандон, ты жирный. Сейчас получишь ты пизды. Я клялась на могиле сына, что отомщу человеку, убившему его. Сейчас завалит его, наверное. И я сдержу клятву. Жирный даже, блядь, испугаться не успел. Ну что ж, это был 70% хэппи-энд, друзья мои. Несмотря на то, что ФБРец помер, я думаю, что он помер бы, скорее всего, в любом случае, потому что он же провалил свое расследование, и даже если бы я отбился просто идеально, скорее всего, этот бой он должен был проиграть, что кем-то в случае неидеального прохождения, кем-то все равно... Нужно было пожертвовать. В принципе, в общем и целом, несмотря даже на говенные спойлеры от некоторых мудофилов, игра получилась довольно интересной, да, до последнего момента было, в общем-то, неясно, кто убийца, но как-то самого убийцу преподнесли неинтересно, с этого момента прям вот как-то играть, в общем-то, стало уже, в общем-то, не то по ощущениям. Такая сенсация, она должна быть в самом конце, как бы, в самом конце надо узнавать, кто убийца. Но, видите ли, потому что
интрига. То есть произошла подмена. Главная интрига игры должна быть, спасет ли главный герой ребенка или нет. А именно, мне было интереснее узнать, вот кто похитил и убивает. Вот, ну, в общем и целом, игра, конечно, годнота. Годнейшая, это сплошной сюжет в чистом виде. Здесь геймплея минимум, да, нажимать на эти кнопочки, трясти геймпад. Это все здорово, конечно, но главное, это сюжет. Давненько так не было интересно, на самом деле. По поводу альтернативных концовок, поскольку эти субтитры я уже озвучиваю после всего прохождения, я перепрошел два последних эпизода, и у меня получилось так, что главный герой спас ребенка, но его застрелили копы. Мэдисон выбросилась при пожаре из окна третьего этажа и тоже погибла. Это была очередная какая-то странная смерть, если честно, потому что там было не так высоко, чтобы разбиться. Ну, а ФБРовец просто уволился. Можете написать, какие еще бывают концовки, да, потому что игра слишком длинная, чтобы перепроходить там 24 раза, чтобы посмотреть 24 концовки. Ну и вообще, пишите, как вам игра, как вам чего. Можете написать фильмы, какие-нибудь триллеры, кстати, которые вы рекомендуете посмотреть, такие же интересные. Ну и в целом вообще, что-нибудь, как обычно, нажмите, как обычно, что-нибудь пишите, ну и все такое.